Бесплатные медицинские препараты начали выдавать в украинских аптеках. Программа «Доступные лекарства» должна была заработать с 1 апреля, но чиновники к заявленной дате не успели. Список медикаментов опубликовали только 4 числа. Начнут со столицы, а когда дойдет очередь до Донеччины, расскажет Виктория Потапова. Выстраиваться в очереди за рецептами бесплатных лекарств украинцы начали еще в понедельник. Ольга Винник рассчитывает, что государство оплатит ей лечение диабета. Хочу прийти и спросить, можно выписать бесплатно, или не можно. Ну, сэкономлю гривня в 150, а буду и даже до 200. Программа «Доступные лекарства», согласно которой государство компенсирует стоимость медпрепаратов, заработала 1 апреля только за 3 дня. Ольга Гришко выписала почти 500 рецептов на лекарства. Главное – указать действующее вещество. Уже прийшовши в аптеку, пацієнт обирає собі, або це будуть ліки якогось державного зразка, або це будуть імпортні ліки, за які вони будуть доплачувати. Но выбирать не из чего. Бесплатные лекарства пока не выдают. На прошлой неделе аптеки заключили договоры с местными администрациями. Они должны оплатить стоимость медикаментов. Затем ждали от Минздрава список препаратов, стоимость которых будет компенсирована. Его чиновники опубликовали во вторник. По словам фармацевтов, получить бесплатные лекарства можно уже сегодня. Начнут со столицы. 2 дня нам потрібно було, щоб закупити ліки. Контракти підписані, гроші є, субвенція є в місті. І з завтрашнього дня ми розпочинаємо в мережі, комунальній мережі міста Києва, розпочинаємо реалізацію цієї програми. На дверях більше, ніж полусотні київських аптек появляться от такі наклейки. Це значить, в них можна отримати безплатне лікарство по госпрограмі. На Донеччині після отримання інструкцій від Мінздрава також почався процес заключення договорів з аптеками. Місцеві власті повідомляють, гроші на реалізацію програми вже перечислені. Возможно, заключили 14 договоров. Но эта процедура как бы достаточно длительная, заключение договоров. Тем более многие сетевики центрального офиса находятся там в других городах, в других регионах. Уже врачи могут выписывать эти рецепты. Если договор заключен, значит процесс должен пойти. В целом в Украине в программе «Доступные лекарства» участвуют 1500 аптек. Виктория Потапова, Даниил Городецкий. Специально для телеканала «Донбасс».